Посмотрим, что вкусненького дают. Интересно, вот эта рыбка сегодня дают, смотрите, целую. Это вкусно, форель. Не дают мне рыбу, сказали, иди отсюда. Сегодня караоке шоу. Я более дружелюбного отеля, я не видел. Какая атмосфера, и русские. Где вечер кончился, все закончилось, но русские не сдаются. Смотрите, какая красота. Ну, одну только. Мы вообще не арестовали меня. Восхитительно вообще, волшебно. 10 тысяч лайков вам. Вот русская душа никогда не завернется. Ну и номер, друзья, дискотека, как без нее? Смотри, ресторан большой, мы сюда не ходим. Сегодня все это называется вот именно так. Вот такие, ребят, веселые вечера здесь. Майкл Джек. $10, и мы дома. На самом деле, вначале торговались, да, они такие, типа, 15. За 10 не поедем. Другому подошли, говорим, за 10. Он такой, 15. Я говорю, 10. Ну, поехал. В общем, торгуйтесь с таксистами. Дома. Турция для нас дом стал. Есть пришли на ужин, сейчас посмотрим, что вкусненького дают. Очень интересно, вот эта рыбка сегодня дают, смотрите, целую, это вкусно, форель на рожпире. Форельки мы поедим сегодня. Hello. Баклажаны, аджаны. Я снимаю под всю тарелку. То есть, смотри, грязная тарелка. Форель. На какую-то. Да, и, кстати, к Жанульке в Инстаграм подписывайтесь. У нее все онлайн идет, вот прямо сейчас туда. А у меня через небольшое количество времени, пока все смонтируется и так далее. Ну, музыка, творчество, на это время немного. Кстати, сейчас еще Жанулька начала заниматься туристической деятельностью. Теперь она может оформлять туры, подбирать туры, поэтому, если кому нужно, обращайтесь. Вы давно нам говорили открывать свое туристическое агентство. И вот Жанулька пришла к этому и сейчас этим занимается. То есть у нее люди успешно бронируют туры. Говорят огромное спасибо за то, что советуем отели. Не дают мне рыбу, сказали, иди отсюда, снимаешь слишком много. Чуть-чуть, сейчас сказали, еще 5 минут подождать, чтобы она дожарит. И тогда дадут. I wait. Есть вот люля-кебаб сегодня жарит. Покажу грибочки. Вот люля-кебаб. И тут еще курицу какую-то жарят. Ну, вот, как видим, да, что, в принципе, все одно и то же, и меняется только вот то, что там готовят, и вот здесь. Вот так вот все одно и то же. Есть овощи, которые мы сейчас снимать уже, наверное, не будем. Ну, то есть все стандартно. Если вдруг кто не видел и думает, что я ничего не снимаю, смотрите предыдущие видео, есть очень-очень подробные обзоры этой еды. И, ну, в принципе, она везде одинаковая, но отличается какими-то вкусностями, которые дают. Вчера давали корейку и гнёнку на косточке. Это просто вообще такая вкусная была. Я два раза еще ходил, ел ее. Просто космически вкусная. Вот, а так вот все то, что одно и то же, но, в принципе, снимать смысла нет. Все, идем кушать. А вы пишите комментарии, что снимать, что не снимать. Нравится, что не нравится. Спина красавица. Ну и просто спасибо, смотрите, что угодно. Информация была полезна. Все, продолжаем. Сегодня караоке шоу. Будет очень хорошо. Друзья, очень классно атмосфера. Очень классно. Вообще люди
такой сплоченный, веселый коллектив. Смотри, как это весело. Ой, смотри, Майкл Джек. Я говорю так громко, как репортер, вешу события и передаю самое важное. Каску одену. Каску одену, все. Друзья, вечер кончился, все закончилось, но русские не сдаются. Смотрите, какая красота здесь. Шикарно. Приходите сюда, я вам песню одну только. Мы вообще пока не арестовали меня тут. Во всеуслышание. Восхитительно вообще, волшебно. 10 000 лайков вам от наших зрителей. Спасибо. Супер вообще. Классная песня. Очень вообще. Не песню делал, вы так классно поете. Спасибо большое. И играете одновременно, просто супер. Ну, играете, я так. Вот русская душа никогда не завернется. Да, супер вообще. Да я не понимаю, кстати. Никого нет, вечер, ночь. Я ее сочинила. Я говорю, это не моя песня, это песня моей молодости. Кто ее сочинил? Черт ты знаешь. Супер, вообще очень классно. Спасибо очень большое. Очень большое. Спасибо. Ну и нам здесь, друзья, дискотека, как без нее? Дон Бистро. Здесь можно поесть. Глубокой ночью. Сейчас посмотрим, что есть поесть. Глубокой ночью. Если ты готова употреблять еду. Ничего здесь честно. Здесь all inclusive. Ночной, ничего себе, как там уютненько, смотрите. Вот это ночной inclusive. Там можно поесть и сразу спать лечь, кстати. Смотри, ресторан большой, мы сюда не ходим. Это вообще у них считается круглосуточный ресторан. Так, смотри, суп из чечевицы. Суп гуляш. С говядиной, значит. Так. Сегодня все это называется вот именно вот так. Просто после дискотеки. Уже все. Я все это уже устал повторять. А у меня, наверное, просто это музыкальные слова. Так. Так, ну что-то есть бургеры какие-нибудь, нет? Так. Так, друзья, сегодня ночью у нас... Блин, куртки падают, мне еще куртки продают. Рис. Так. Рагу. Пюре. Посоль. Так, хочешь что-нибудь скушать? Не знаю, что сейчас, что-нибудь подумаю. А там вы все видели, там так, но здесь очень видно.
Здесь можно ужинать, нет? Можно? Нет, ужинать. Очень такой уютно. Время час ночи, два чая и вот такой вот макарошечки с сыром. Я вообще не все, спокойной ночи, друзья. Мы идем отдыхать. Сначала есть. Русами,